Итак, всем привет, зрители моего канала, дорогие друзья и подписчики моего канала. Я буду обозревать посылочку, которую что пришел от моей ее родной сестры Маши. Так что давайте приступим. Вот такой вот конвертик. Вот такой вот тут написано «Для Улицокова от Маши Лавровой». Ну, как я рассказывала, Маша — это моя родная сестра, так что она легко открывается, потому что я ее уже раскрыла. И, ну, не заглянула, просто открыла. Так, сейчас рассыпаем это все. Сейчас. Вот. И тут какая-то записочка. Так, дорогая Оля, здесь браслеты и кольца. Это, ну, короче. Давайте приступим первым делом. Это вот такое вот колечко. Какие-то прикольные. Очень классные. Ну, я редко его... Дальше такой браслетик, тут такое вот солнышко, во, как вы видите, солнышко. И дальше такой вот браслетик. Так, дальше это я еще одно такое кольцо, я тоже его редко буду носить. И потом такое кольцо, тоже редко буду носить. Так, так, что там еще у меня есть? Дальше. Это вот такой вот браслет. И вот такое вот кольцо. Вот это кольцо я буду носить, потому что оно прикольное. Такой вот зальчик фиолетовый. И само кольцо фиолетовое очень красивое. Спасибо, Маша, тебе. Что? Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вам понравилось это видео. Так что всем пока!